Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Мы с вами в Заряде. Ох, в Заряде. Сейчас интересно. Посмотрите, какая тут инсталляция. Здесь проходит фестиваль. Какой? Сейчас расскажу. Первая такая инсталляция в самом низу. Это инсталляция. Здесь проходит фестиваль. Фестиваль «Сад света». Фестиваль «Сад света» – это инновационное пространство с интерактивными световыми арт-объектами. Здесь можно погружаться в мир звука, в мир света. В общем, много интересного здесь. Портал, созданный на основе необычных радиосигналов, полученный в 2024 году от источника «Млечном пути». Тут надо сканировать вот это вот и слушать эти сигналы. Я надеюсь, я сюда еще приду. Это вот вся вот эта вот красота будет до 8 сентября здесь стоять. Ой, как классно. Музыка играет, вам просто не слышно, да? Тут, наверное, красиво, когда стемнеет. Ну, приду сюда, когда стемнеет тоже. Ну, там меня видно. Тут тоже меня видно. Тут еще какая-то инсталляция. Пойдемте посмотрим. Опа. Я без комментариев. По-моему, комментарии особо не нужны. Ой. Это же не
фантазийное существо помогает каждому найти собственный контакт с искусством. Неотъемлемую часть города будущего. Ну, тут надо сканировать QR-код. Лебединое озеро играет. Это еще не обзор, предварительно иду. Я сюда еще приду. Еще много времени впереди. Я думаю, я еще успею. Но я совсем не планировала сегодня сюда идти. Но я так понимаю, что здесь каждый раз проходит что-то разное. И я думаю, что даже то, что я вам покажу сегодня... Я сюда приду еще раз и покажу вам что-нибудь еще. Thank you.
Да стемнеет, будет красиво. Приду сюда еще в темноте. Световых столбов, внедренных в березовую рощу, создают контраст техногенного и природного. Разовые карты такие, эти в сущности могут существовать в частной гармонии в городе будущего. Плохо видно. Вот. Такие противоположные сущности могут существовать в городе будущего. Надо делать. Что надо делать здесь? Пройдите пальцами. Вот так вот. И вот так смотрите на башню. А, вот оно меняется, да? Вон на той башне. Да, я поняла. Это я тут нарисовала. Вот эту штучку можно прямо рисовать.
Это ярусная непрерывно меняющаяся инсталляция символизирует многогранные скульптуры, ее трансформацию и связь с городом будущего. Ну, QR-код опять же для вас. Так, слушайте, прям классно. Мне здесь прям нравится. Так, сейчас здесь еще посмотрим, что здесь есть. Здесь что? А, вон там что-то. Чего? Здесь не видно. Динамические импрессионистские картины переносить город будущего. Читала. Вот она. Это футуристическая арфа, символизирующая гармонию искусства и технологий, которая днем звучит симфониями, а ночью светится. Thank you.
инсталляция. И вон там еще какая-то инсталляция. Так, это мы сейчас почитаем. Это интерпретация, раскрывающая, визуальная интерпретация, раскрывающая. Сейчас не видно. Тайну появления новой жизни. Это вообще. Закладывающая основа для будущего развития. Во. Ну, так подумал, что это яйцо, да. Ну вот, мы с вами сейчас пройдем здесь и пойдем на выход. Ты. Матрешка. Северный тоннель. Что это такое? Ой, здесь не было. Авторская символа, которая честная матрешка. Матрешка. Классно. Так, ну, пойдемте. Такой фестиваль здесь проходит до 8 сентября. Еще сюда приду. Так, там еще что-то подсвечивается. Так, это что такое?
эта инсталляция. Русское поле. Рассвет и закат в русском поле. Явление, которое помогает вспомнить, кем мы являемся, чтобы не потерять себя в городе будущего. На этом я и закончу нашу сегодняшнюю прогулку с вами. Я надеюсь, вам понравилось. А я надеюсь, что я сюда еще приду, когда стемнеет и будет еще красивее. Всем спасибо за внимание и за просмотр этого видео. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. Всем здоровья. Новые.